18 июня церковь празднует память преподобного Авва Дорофея. Преподобный Авва Дорофей родился в VI веке. Слово «Авва» означает «отец» или «наставник». Так было принято обращаться к уважаемым духовным наставникам. С юности преподобный Авва Дорофей полюбил чтение книг. Сначала учеба давалась ему с трудом, но затем будущий наставник монашества настолько погружался в книги, что забывал о пище. Кроме книг по философии и наукам, преподобный познакомился и с сочинениями святых отцов церкви. Вдохновленный подвигами монахов-пустынников, он решил оставить мир и после окончания учебы ушел в монастырь. Он выполнял самые разные послушания, пребывал в молитве и посте. Со временем братья монастыря стали обращаться к нему с духовными вопросами, видя его благочестие и подвиги. Свои наставления преподобный Авва Дорофей объединил в книге, которая стала известна как «Душеполезные поучения Авва Дорофея». Для многих верующих книга стала настольной. Советы Аввы отличаются глубиной и одновременной простотой и доступны каждому. Авва Дорофей считал, что для человека, а тем более верующего, очень важно не потратить время жизни впустую. Если кто потеряет золото или серебро, то вместо него может приобрести другое. Если же мы потеряем время, живя в праздности и лени, то невозможно найти другого взамен.